Чулково называют столицей лыжного спорта Раменского городского округа. 4 марта здесь состоялись соревнования по лыжным гонкам Кубок Боровского кургана. В них приняли участие ученики раменских школ, учителя, почетные гости. Свыше 300 участников. А вы почему сегодня не на лыжах-то? Сегодня я в ранге ведущей, поэтому нужно вовремя объявить. Ну, у нас запланирован забег учителей, руководителей. У нас побегут заслуженные мастера спорта Ольга Завьялова и Ирина Авакумова, наши знаменитые лыжницы. Тот, кто очень любит лыжи, тот, кто очень любит спорт и тот, кто любит здоровый образ жизни. Я искренне рада сейчас буду поздравить тех, кто уже пробежал свою дистанцию, занял призовые места. Ну а те, кто еще готовится, легких лыж вам, дорогие друзья, успехов! В Раменском городском округе большое внимание уделяется спорту, в том числе и лыжному. Соревнования по лыжным гонкам Кубок Боровского кургана проходили уже в 10-й раз. Я думаю, что они все спортивные. Это все спортивные. Я, знаете, когда я еду с утра на работу, люди, маленькие тишки, идут с лыжами уже заниматься. Они же и летом на беговых бегают, катаются. И когда в выходной день сюда приезжаю, и вереница машин едет кататься на горных лыжах. Тут же еще и горные лыжи, есть прекрасный склон. Я тоже неоднократно, как уже говорил, здесь бывал, тоже катаюсь. Поэтому очень интересно. Здесь всегда поток, здесь именно спортивный, он вообще постоянный. Первыми стартовали учителя. Они показали своим воспитанникам отличную технику бега. Будущим спортсменам есть куда стремиться. Ребят поддержали родители. Сегодня очень тяжело в нашей стране. И мы должны научиться послужить своим родителям, своей прогимназии, своему отечеству. Соответственно, Богу. И получается, что если мы все это сделаем, то тогда будут и результаты, и в учебе, и в тренировках. Внимание, а самое главное – послушание родителям. Игорь Чернышов, Ольга Скрябина для программы «Городские вести».